Ладно. Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл изнемогал за высокою кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной, мой друг, мой конь, мой друг, мой конь, мой друг, мой конь, мой друг, мой конь. Ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, верив преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода. Мы пристали на форт Обручево. Здесь вот такие вот чайки летают. Я сфотографирую. Ну и как положено, все эти я думаю, надо сейчас сделать групповой снимок, потому что хорошая погода, рассеянные...